Мы уже бегаем по тазику, смотрите. Вчера уже сопнулись на ножки и уже начали ходить, ходить по тазику. Люська, Люська, мамка, одна из мамок. Одна из мамок. Ой, прикольно. Боже мой, ребята, честно, такая радость. У меня такая радость, честно. Знаете, как вот, ну вообще. Как вроде вот ребенок мой начинает ходить, вот это у меня такая радость от этого. Ой, боже мой, мои зайчики маленькие. Мамки, мамки, мамки. Я их только что покормила. Вы же не голодные, боже мой, вы же не голодные, матерь божья. Что ж вы напали? Да, да, моя красота. Моя красота, моя красота. Папка, папка, папка. Це папка. Це папка такий. Гляньте на нього. Папка. Манюнький у меня по размеру. Ну, ребята. Вот все так вдвоем сидят в тазике и кормят. Представляете? По очереди. То одна, то вторая. Только что две бутылки молока. Вот сейчас я уже им калачу. Две бутылочки молочка они выпивают. Но все равно им надо пролипнуть и что-то там дососать. Ой, боже мой. Конечно, без этих собачек была бы труба, ребята. Было бы мне очень-очень бы печально. Потому что им маму заменить, это, конечно, ласку, вот это тепло материнское заменить просто нереально. Кормить-то кормлю, ухаживать-ухаживаю, а вот, чтоб прям вот заменить материнскую ласку, это, конечно, ничем не заменишь. Спасибо моим девочкам. Мия, убегай от них давай. Мия! Мия! Я их пообстригала. Посостригала им все их эти причёхи, бантики. И отращиваем только одни ушки. Все. У меня эти резинки, ребята, уже сил нет. У меня одна собака осталась с резинкой на голове. Это Мадя. Все. Всем остальным все поудаляли. Никаких резинок, никаких хвостов. Все. Красота. Красота. Вот, мы уже гавкаем. Мы уже начинаем гавкать, представляете? Вес у них по 350, по 400 грамм. Вот такой вес. 350, 380, до 400 грамм. Самая большая это Миина девочка, 400 грамм. Ой. Это освещение не сильно такое, прям супер-пупер. Ну так, ребята, и живем. Так, до нашего речика приехала девушка. Девочка моего разведения. Наш ребенок от моих девочек. Люди решили попаровать. Она уже взросленькая, не маленькая. Да, такая красивая. Красивая, красивая. Собачке больше 3 лет уже. Так. Рыч. Невеста. Невеста. Она такая балованная, ребята. Такая классная вообще. Там двое детей, они с ней играются. Насколько классная, балованная. Рыч. Рыч. Да. Рыч. Рыч. Она у нас уже 2 дня живет. Но пока дела не было, ну, ждем. Ну, может быть, и было ночью, когда я не видела, когда я спала. Не знаю, они вместе, так что, может быть, ночью было. Да, красотка. 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 Это я ее стригла. Сейчас речи. Не в настроении. Сексуальном, игривом.
пошла, 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 пошла. Рича. Ты болвана, а ты болвана, а ты болвана такая. Ты как болвана, ты как болвана. Ты как болвана, ты такая болвана. Ты такая болвана, ты такая болвана. Боже, ты бешеная. Ты что? Ты такой баланый. Ты такой баланый. Ты такой баланый. Ты такой баланый собаки. Кстати, ребята, это только собака может так любить, понимаете? Представьте, чтобы кошку так тебя лизала. Это только собака так может. Ты что делаешь? Ну, ты что? Ты что? Иди ко мне, иди ко мне. Иди ко мне. Рича, залазь. Рича, залазь. Мой красивый. Мой красивый. Мой красивый. Мой красивый. Такие. Красиво, красиво, красиво. Ой. Залезали. 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 Залезали.